Городская клиническая больница номер 2 в Туле не обновлялась больше 50 лет. При этом медучреждение обслуживает более 96 тысяч жителей. И всем им требуется доступная и качественная медицинская помощь. Поэтому в больнице провели капремонт по программе модернизации первичного звена здравоохранения. В клинике отремонтировали фасад, кровлю и сети, установили новую сантехнику и мебель. Сделали пристройку с лифтом для транспортировки маломобильных пациентов. А также полностью обновили отделение амбулаторной хирургии, дневной стационар и кабинеты узких специалистов. Кроме того, в больнице появилось самое современное оборудование. Так, на первом этаже расположился центр для проведения КТ-диагностики, а на втором – УЗИ-кабинеты, в которых можно не только исследовать брюшную полость, но и проводить кардиографию, в том числе у детей. Многофункциональный аппарат выявляет даже малейшие дефекты. Программа модернизации первичного звена действует в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Всего в рамках нее к 2025 году в России построят и реконструируют почти 2500 медицинских объектов, а также отремонтируют почти 6500 зданий медорганизаций. Также для первичного звена здравоохранения закупят более 13 тысяч автомобилей и более 66,5 тысяч единиц нового оборудования. Хороших вам новостей!